Добрый день. Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя. Молодец. Смотри, теперь дело за тобой. Спасибо вам. Спасибо вам еще. Вы молодцы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну, и пользуюсь случаем, да? Награды. Я думаю, ну придете на экскурсию, я заодно уже и выполню свою миссию. Ты не против, Роман? Ты у нас герой. Слушай, вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий герой, поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден. Спасибо, маме. Роман, вот этот человек, министр, он пережил все с тобой. И с врачами пережил все то, что вы вот переживали вместе. Он, бедняга, и утром, и вечером отчитывался, как тебя там лечат, что у тебя нового. Ну, я так понимаю, бывал у тебя. Даже когда ты вообще ничего не видел, не слышал, он к тебе приходил. Ну, мама знает. Поэтому вот эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и ими. Потому что, когда сложная была ситуация, мы консультировались, тут министр и на Запад звонил, и на Восток. Ну и все так это, когда узнали уровень этой болезни, скажем, прямо отказались помогать. И тогда я ему сказал, вот если вы чего-то можете, врачи, вот сделайте. И они тоже совершили подвиг. Поэтому вот благодаря тому, что они умеют делать, мы их также награждаем. Я скажу в отделении. Ну что же там, Игорь Николаевич, все да, умеет да, делать, да? Все умеет делать. Спасибо все. Тебе большое. Это великое дело. Вы совершили великое дело. Теперь можно смело говорить любым врачам мира, что мы умеем делать все. Умеем. Мария Николаевна Бела, она доктор отделения. Громко вела. Спасибо. 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 Это Вячеслав, главный консультант, как раз наш главный специалист. Да, это он главный у нас консультант, да? Да, полностью. Но, как я сказал, он умеет тоже делать все, да? Все, конечно. Спасибо тебе. Ну, молодой еще, да. И умеет делать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе. Так, Лариса, всех будешь носить. Если что-то испортится, претензии к министру. Спасибо. А это гроза всех комбустиологов. Валентин. Спасибо. Да, она... Спасибо. Молодцы. Спасибо. Еще раз спасибо вам, Роман. Это сказали, что ты увлекаешься разными играми. Это компьютер нормальный. Ну, я тебя оставляю здесь. Спасибо. Ребята тебе помогут. Спасибо большое. Спасибо.